That was yesterday. Это было вчера. Yeah, that was yesterday. Okay. Хорошо. Very good, Sergei. Очень хорошо. Put in a new cassette. Yeah. Да-да, новую кассету, кстати. Good. All right. Okay. Vladimir, do we have our contract? Контракт, помните? Okay. Таймер. Таймер. Андрей, what's the problem? Андрей, в чем проблема? Сравнительно недавно, примерно неделю. But wait a minute. Take your place. It's very distracting. Вы знаете, меня очень это отвлекает. And it takes the client out of trance, and there are 17 other reasons why. Это выводит клиента из транса, и для этого есть еще 17 других причин. Okay. Хорошо. Right. So what's the problem? В чем проблема? Так вот, сравнительно недавно, примерно полторы недели назад, появилось постоянное ощущение, что мне тяжело дышать. Я постоянно чувствую легкое удушье и нехватку воздуха. I feel kind of choking all the time. Даже сейчас. Lack of air. Yes. Well, the wonderful thing about that is I've worked with men and women. Да, я работаю с мужчинами и женщинами такими, и прекрасная вещь в этом состоит. They feel like they're choking to death, and then they pass out, they faint. Что они, знаешь, они вот так вот задыхаются, а потом падают в обморок. And then immediately they breathe. И тут же начинают дышать. So, you probably are going to have to faint and bang your head or something before you can breathe easily. Ну и прежде чем ты начнешь легко дышать, ты скорее всего упадешь и расшибешь себе голову. But you will breathe. Но ты будешь дышать. Of course, eventually you will not breathe. Ну потому что в какой-то момент ты, конечно, перестанешь дышать. Is your father still living on the earth plane? Папа твой еще жив? Ну я имею в виду на земном уровне. Да. Да. Я надеюсь. Is he still breathing? Он дышит? Полагаю, до сих пор. I think he is. Yeah. Well, maybe your mother says. Well, he's been dead above the neck for decades, but. Может быть, твоя мама, конечно, говорит, что уже несколько десятилетий он мертв выше шеи. She may think, well, he's still breathing, but it's sort of he's like a sort of a turnip now. Может быть, она говорит, что он еще дышит, но он как репа. Is there any life in the old man still? В этом старике жизнь какая-нибудь еще теплится? Or is he sort of dead inside? Или он внутри уже весь мертвый? Ну, Фрэнк, он моложе тебя будет. Frank, he's younger than you. Well, I know, but. Да, я понимаю, но. I'm ready to die today. Я сегодня уже готов. This interview, that's okay. Вот прямо сейчас, во время интервью, вот прекращу сейчас дышать и все. Hey, happy days are here again. И опять счастливый день, я опять здесь. Yeah, let's start the party. Давайте вечеринку устроим. Да. Yeah. Да? Нет, ну папа не готов. No, my father is not ready. He's not ready. Mm. All right. How old are you? А тебе сколько лет? 27. 27. Mm. And you may not breathe. И ты не можешь дышать. Well, some men just stop breathing. Просто перестают дышать. Then they die. Они умирают. And they're not even 27. А им даже еще 27 нет. So, you've lived longer than some of them. Ты пережил некоторых из них. Did you ever think of that? Ты когда-нибудь думал об этом? Yes, иногда. Sometimes. Yes. That's all it takes sometimes. Да, вот достаточно. Не иногда, это достаточно. Did you ever stop breathing and faint? Ты когда-нибудь прекращал дышать и падал в обморок? Not yet. Еще этого не делал? Oh, well. Maybe you will.
Но может быть это случится с тобой. And then your mind relaxes and your diaphragm relaxes. И тогда твой разум расслабится, и диафрагма расслабится. People gather around. He's breathing normally now. Люди посмотрят на тебя и скажут: ну наконец-то он дышит нормально. Of course, his scalp wound is bleeding a lot, but. Конечно, на голове рана кровоточит, но. Usually those are superficial, even though they look. А обычно это поверхностные раны, хотя они и выглядят ужасно. Okay, we've taken care of that problem. Now, what? Name another problem. Хорошо, с этой проблемой мы разобрались. Какая еще проблема? Well, I mean, did you ever get hyperventilating, you know? А у тебя когда-нибудь гипервентиляция была? Вот так вот. Ну, если часок побегать, то, наверное. Well, if I run for an hour, I'll probably have hyperventilated. If you run for, well, if your father runs for an hour, he probably stopped, you know, ventilating completely. Я не знаю, если твой папа побегает часок, он, наверное, вообще перестанет дышать. If you run for an hour and you don't breathe heavily, something is wrong. Знаешь ли, если ты бегаешь час и не дышишь тяжело, что-то не так. Да, возможно. Yes, probably. Yes, they probably think this man is an alien life form. А, может быть, некоторые думают, этот человек это какой-то пришелец. We think it breathes through its ears. По-моему, он дышит через уши. Something like that. Ну, вот что-нибудь в этом роде. They could capture you with a big butterfly net and study you. You know? Тебя поймают большим сачком и будут изучать. Now some people, they if they like have a heart attack, they don't breathe, and nobody discovers them in time. Знаешь, некоторые люди, когда у них случается сердечный приступ, они прекращают дышать, их не обнаруживают вовремя. They have anoxia, not enough oxygen in their brain. У них недостаточно кислорода в мозге. And their blood carried to the brain. Крови, она не может донести кислород. And they become brain damaged. И у них возникает повреждение мозга. All from lack of breathing. Все из-за того, что не хватает дыхания. Are you brain damaged? У тебя есть повреждения мозговые? Полагаю, что нет. I believe not. Well, yeah, but sometimes you have an expression in your eyes. Ну, знаешь, иногда такое выражение в глазах. Could suggest a little bit of brain damage. Ну, которые, знаешь, вот маленькое такое повреждение мозговое может, можно предположить. But of course, many men have that expression. Ну, конечно, у многих людей такое выражение. Well, women tell me this. Да, и женщины мне об этом говорят. I think the man's brain damaged. I've explained and explained to him, and he still doesn't get it. You know. Знаешь, как у этого мужчины что-то не то с мозгами. Я ему объясняю, а он никак не поймет. Do you have a woman in your life explaining things to you? Есть женщина в жизни, которая объясняет тебе разное. Есть. Are you married? Ты женат? Да. Yes. All right. Does your wife explain things to you? Тебе жена объясняет что-нибудь? Когда, ну, в общем, да. Yes. In general, yes. Is she doing it more and more slowly these days? И последнее время она делает это все более и более медленно. Because with brain damage, people, you can't explain things too quickly. Потому что с теми, у кого повреждение мозга, нельзя объяснять вещи им слишком быстро. Because they pretend to understand, but then they go and do the same bad thing all over again. Потому что они притворяются, что понимают, но потом идут и делают ту же самую пакость снова. This is why most women think, many men. Вот почему многие женщины думают. Are a little bit, you know. Немножечко, что мужчина немножечко. Ты сам знаешь. Well, you can't blame the woman for thinking that. Сложно винить женщин в том, что они так думают. You should see some of the men in their lives. Ты просто посмотри на некоторых из мужчин, которые у них в жизни. Just
Did you give your wife cause for concern, or he's okay today? Which? Ты даешь своей жене повод для беспокойства, или она говорит, о, с ним сегодня все в порядке? Что из этого? И так, я думаю. Both. Both. Depends what our day. At the same time. Well, he's okay on that score, but now he's developed three other problems before breakfast. Good. У него все нормально теперь с этим, но три новых проблемы до завтрака возникли. So you probably breathe more naturally if you're running for an hour. Может быть, ты будешь дышать более естественно, если пробежишься на протяжении часа. Than you do when you are sitting in one place and having her explain things carefully and slowly. Может быть, ты лучше будешь дышать через час бега, чем ты дышишь, когда сидишь спокойно, а она сидит рядышком и тщательно и осторожно объясняет тебе разное. Do you breathe a little quickly when she starts explaining things to you? Твое дыхание немножечко ускоряется, когда она начинает объяснять тебе. Ну, это зависит от того, что она объясняет. It depends on what she is explaining. Yeah, well, you could tell her the next time. В следующий раз ты ей скажи. Sometimes when you come near me, иногда, когда ты подходишь ко мне, I start breathing more quickly. Я начинаю дышать быстрее. That's because I want you to come even closer to me. Но это только от того, что я хочу, чтобы ты подошла ко мне еще ближе. But other times when you start looking at me in that way that you have, когда ты начинаешь смотреть на меня таким образом, как ты это умеешь, and begin those slow explanations, и начинаешь эти медленные объяснения, I can't breathe. Я не могу дышать. Heavy breathing or no breathing? Да, which does she want? Чего она хочет? Чтобы ты быстро дышал или чтобы ты не дышал? She probably thinks no breathing is okay by me, huh? Может быть, она говорит, если он не будет дышать, для меня это нормально. Я не слышал. No, I haven't heard that. Well, tell her, see what she says. Ну, проверь, скажи и посмотри, что она тебе ответит. Does she ever breathe, do heavy breathing? Она иногда дышит тяжело. Да. Yeah. She's a jogger also, is that right? Она тоже бегает. Ей трудно, Фрэнк. It's difficult for her, Frank. Why is it difficult for her? She's going to have a baby soon. Oh, well. So she's just waddling around like a walrus. Она просто как тюлень переваливается с места на место, да? Moby Dick, you know. И как Моби Дик. Don't call her that. Не надо ее так называть. I tell you, women can't take any jokes about that. I don't know why it is. Знаешь, женщины вообще не воспринимают шуток в отношении себя, не знаю почему. Sheesh. When I was a young man, anyway, the. Когда я был молод. June was pregnant with our first. И Джун была беременна нашим первым ребенком. And she kept feeling like she was so big and blah 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 blah. И она чувствовала, что она такая здоровая и все. God, she just looked more and more beautiful. I mean, her hair and her eyes, her skin was just all. Боже мой, она выглядела все более и более красивой, глаза, волосы. And she had this mandarin coat. It was a sort of a charcoal gray, and flowing lines, you know, and. У нее был такой. Brilliant scarlet. Плащ мандаринового цвета, бархатный, и он был переливался разными цветами. And she was, it was a beautiful day in Washington D.C. И это был прекрасный день в Вашингтоне, Дистрикт Колумбия. And she, spring day, and she was walking up to our apartment. И она шла к нам домой. And two college guys were washing their car. И там два мальчишки с колледжа мыли свою машину. Incidentally, I had tried to reassure her over and over and over again. She was attractive. Я все старался говорить ей, что она привлекательная, и старался как-то поддержать ее.
But when she was walking past those two college guys, не работала. Но когда она проходила мимо этих двух пацанов, they both let out a long wolf whistles. Они оба так присвистнули. Да, we call wolf whistle. That means distinct appreciation. Ну, это, знаете, это выражает совершенно очевидное одобрение. And she said she bit her lip and turned away and started laughing. She said they only knew. Она говорит, она говорит, что она прикусила губу, отвернулась, потому что ей сотрясал смех. Если бы они только знали, она старалась не показывать, что беременна. But after that, I didn't hear any more things about how Но she felt about Moby Dick. Пор, я больше не слышал никаких ее высказываний по поводу того, что она чувствует себя как Моби Дик. So did anybody tell your little Svetlana that she looked cuter, prettier? Твоей маленькой Светлане, что она выглядит симпатично и еще лучше, чем прежде и так далее. Ну да, только она не Светлана, Надежда. Yes, but she's not Светлана, but Надежда. Whatever. What's your name? Тебя как звать? Андрей. Андрей. So you took her name when you married? Ты что, взял ее имя, когда женился? Нет. Yeah, all right. So you're Андрей, and she's Андрей. То есть она Андрей, и ты Андрей. Анандрей. No, she's Надежда. 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 Yeah, well, anyway, so you... Does she still complain how ugly she looks or something? Ну и что, она жалуется, какая она стала некрасивая? Наоборот. No, vice versa. All right. Я говорю, что она красивая, это правда. I told her that she's beautiful and that's true. Men. See, women don't know whether to trust their husbands or not when they say that. А знаешь, когда мужья говорят, это же они никогда не знают, верить ему или нет. Oh, he's so sweet to say that. I wonder if he really means it. Это вроде того, что так мило с его стороны сказать об этом, но интересно, действительно ли он это имеет в виду? But if some total stranger gives her a big wolf whistle, hey, Но that is credible. Если присвистнет какой-то полный незнакомец, для нее это достойно доверия. Why would a woman not believe her husband on something important, but believe a total stranger? В чем-то важном женщина не верит своему мужу, а верит совершеннейшему незнакомцу. The way their mind works. Так их ум работает. If any. Если какой-нибудь есть. Men say this, eh? Ну, знаешь, мужчины так говорят. Don't tell her. Ей только не говори. What's the problem? Да, She's big and lumpy looking and you can't breathe. Значит, в чем же там проблема? Она такая выглядит как здоровенный кусок чего-то, а ты не можешь дышать, ну. Maybe you're undergoing a sympathetic pregnancy, you know. А может быть ты, что называется, из сочувствия тоже переживаешь беременность. Practicing your Lamaze breathing exercises. Знаешь, дыхание Ламажа. Упражнение такое. Did you go to Lamaze breathing exercises? Вы делали такое упражнение? Выходили на классы, где упражнение Ламажа делают? Well, you probably just have the rhythm messed up or something. Просто ты, видимо, ритм перепутал. You're probably exhaling when you should be inhaling. Ты, вероятно, выдыхал, когда тебе надо было вдыхать. And inhaling when you should be exhaling. И вдыхал, когда надо было выдыхать. Now, the next time you're short of breath. И в следующий раз, когда тебе будет не хватать дыхания. Stop. Остановись. Don't breathe. Не дыши. Until you get the right timing for the exhaling. Пока не подойдет время для выдоха. And then followed by an inhaling. И только тогда за этим должен следовать вдох. It could take some minutes, of course. Но на это может уйти несколько минут, конечно. Yeah, well, that's the way it goes. Да, ну так это происходит. And some men look like they're not breathing anyhow. А некоторые мужчины выглядят так, как если бы они вообще не дышали. Their wives tell me they just look comatose. И жены говорят, рассказывают мне, что они, что, ты знаешь, он выглядит как в коме. Sitting up in the chair, you know, maybe, but comatose. Знаешь, ну сидит на стуле, но в коме. What? Что? Nothing. So what's the problem? А в чем проблема? Я теперь уже и не знаю, в чем. I don't know now. Yeah.
When you get home, когда придешь домой, you can ask your little whatever her name is, all right? I call her Svetlana. That's easy. Не знаю, как ее зовут, я назову ее Светлана. What your problem is? Спросить ее, в чем твоя проблема? Women just love that. Женщина это обожает. She will think it is Christmas in April. Она решит, что это Рождество в апреле. Finally, he's motivated to listen about his problem. Ну, наконец-то, у него есть мотивация выслушать мои проблемы. It's like a Christmas gift. Это как, знаешь, как подарок на Рождество. Do you confess your problems to her? А ты ей доверяешь свои проблемы? Sometimes. Yeah. Иногда. Yeah, well, probably not enough. Ну, видимо, недостаточно. То есть в том смысле, что больше надо делать? You mean that I've got to do more of that? Well, you know, in public, for example, if she's waddling along and you meet a friend. Ну, например, когда вы идете много народу, и она вот так вот там переступает с ноги на ногу и встречаете друга. You can point at her stomach and say, I admit it, I'm responsible. Ты можешь показать на ее живот и сказать, признаю, я виноват. Who did that? Yes. Да, можешь сделать так. A lot of guys do. Did you ever say? Когда-нибудь так говорил? Feel that? Ты чувствовал это? Look what I did. Посмотри, что я наделал. Yeah. That's taking responsibility. Это называется взять на себя ответственность. Women want men to be responsible. Женщины хотят, чтобы мужчины были ответственны. So when you go out together, you can claim responsibility. Three times, no more than three times for each block you're walking. Знаешь, когда вы пойдете куда-нибудь гулять вместе в следующий раз, ты берешь на себя ответственность три раза за один квартал, не больше, не чаще. Иван, look. Иван, смотри. I did that. Я это сделал. That's one. Это один. Do you ever go walking slowly with her? Ты когда-нибудь с ней прогуливаешься медленно? Да. Yes. I mean, just stop and say, total strangers, I did that. А просто остановись и скажи полным незнакомцам, совершенно незнакомым людям, это я сделал. That's being a responsible man. Это называется быть ответственным мужчиной. There's something. Да, это кое-что. Да, я думаю, что для этих первых встречных будет полной неожиданностью, если я покажу туда и скажу, это не я сделал. You know, for those strangers that I meet, it would be absolutely unexpected if I point at her stomach and say, it's not me who did that. Well, I don't know where she got that, but it wasn't me. Не знаю, откуда у нее это, но это не я. Then you go, bang! Head was her purse, you know. Absolutely. Yeah. Yeah. But a little variation, you know. Ну, знаешь, там с маленькими вариациями это можно. I just said that so you wouldn't get bored. I said what? I just said that so you wouldn't get bored. Я сказал это просто, чтобы тебе не было скучно. Man can say almost anything to a woman as long as he does not bore her. Знаешь, мужчина может говорить женщине все, что угодно, до тех пор, пока ей это не скучно. They like a man to be reliable. Они хотят, чтобы мужчина был надежным. Dependable. И чтобы от него можно было зависеть, положиться на него, и чтобы он был ответственным. Predictable. И предсказуемым. But not too much. Но не слишком. Because then it gets boring. Потому что тогда это становится скучным. So a little irresponsibility. Нужно немножечко безответственности. Undependability. И немножечко такой невозможности полагаться на него. Unpredictable. И непредсказуемости. Keeps them alert. Это держит их в бодрствующем состоянии. You know, one of their girlfriends is, you know, what's Andre doing? I don't know, but he better stop it. Например, одна из ее подружек спрашивает, что там Андрей делает? Не знаю, но лучше ему прекратить это. Well, it's just a harmless chat. Ну, это была так, безобидная болтовня.